Продолжаем наше мини-упражнение. Делаем теперь грушу. Набираем побольше влаги. Проводим. Добавляем сразу зеленого. Добавляем красного. И белил. Делая блики на выпуклых частях. Понятно, да? Свет, светотень, здесь тень. Делаем черенок. И еще делаем бликов. Делаем тень. Такая она будет падающая немножко в бок на нас. То есть вот такие мини-упражнения. Яблоко, груша, вливание одного цвета в другой цвет. Вот. Можно делать это акварелью, я делаю жидко гуашью. Все. Если мы делаем акварелью, то блики просто оставляем, пробелы, так, как говорится, не заполняя никакими ни белилами, ничем. Еще чуть-чуть красноты, придав форму. Тень также у нас разнообразная, играет. Все, даем просохнуть наши груши. Такая у нас груша при высыхании получилась. Вот груша, а вот яблоко. Вот. Гуашь. Можно делать акварелью. Главное, чтобы вам было понятно. Я разобрала. Постаралась разобрать по тону. Где свет, где полутень, где тень. И, соответственно, падающие тени я попыталась так вот изобразить. Тоже немножечко влево и на нас. Все, всего вам хорошего.